И дарить ветеранам ее тоже. Ты вот как бы об этом, о духовенстве. Ожидалось побольше аудитории, но я знаю, что самые стойкие, самые морозостойкие у нас здесь присутствуют. И день сегодня замечательный, но он, в принципе, по старому стилю 1 марта, по новому стилю 14 марта у нас отмечается уже который год День православной книги. Поэтому вот в преддверии этого праздника, с одной стороны, мы попытались отразить ту палитру книг, которая имеется в нашей библиотеке по православию, вообще, в принципе, православная книга. И сегодняшняя наша встреча тоже замечательная, потому что православная книга достаточно широкое понятие, и в частности это еще и исследование по этой теме. Сегодня у нас в гостях и краевед, исследователь, автор, публицист Сергей Михайлович Иванов, и он же вдобавок ко всему еще и пресс-секретарь Волгоградской епархии. Поскольку огромный опыт выступлений с рассказами такими захватывающими, я думаю, что сегодня будет одна из самых интереснейших встреч из нашего цикла православных бесед, бесед о православии, которые проходят в Центральной городской библиотеке. Поэтому следите за объявлениями, эти встречи достаточно... А где следить? Социальные сети ВКонтакте. У меня, например, нет ВКонтакта. Ну, тогда в библиотеке мы всегда вывешиваем объявления, когда у нас следующие встречи. На сайте епархии, да. Есть определенные источники и через интернет, и в бумажном формате. Вот наш информационный стенд, тумба, там тоже вывешиваем объявления. Поэтому... Спасибо. Здравствуйте, дорогие читатели. Можно еще будет в Красноармейск, но если вам далеко, конечно, 15 марта, да, тоже, но будет на ту же тему. Русско-православная церковь, как бы, вот в Сталинградской битве. Еще будет 22 марта в областной библиотеке имени Горького. Ну там, по-моему, в 17, наверное, или там когда-либо. Пол шестого. 18 начинается. А там «Тюрьма в Царицыне, Сталинграде, Волгограде» – тоже новая тема, как бы, тоже книга написана. Ну вот, сегодня мы, поскольку недавно закончили февраль и начали вот март, да, мы соединили как бы и Сталинградскую битву, и начало, вот, весны. Да, начало весны, как раз, да, День православной книги. Мы писали про храмы и священнослужители под Сталинградом с Василием Ивановичем Супруновым, профессором, в книге вот «Храмы Царицына, Сталинград, Волгограда». То есть там история каждого из храмов, и вот в том числе, что с ними было в советское время. Можно по ходу вопрос? Это фотографии или это... Нет, это текст полностью, как начинались храмы в Царицыне, когда первый храм появился. Когда, ну, как они постепенно менялись. Я имею в виду иллюстрации. Это фотографии или это рисунки? Нет, фотографии, конечно. Фотографии. Это архивные, да. Вот, вот, в принципе, часть из них, несколько фотографий, вошло вот в эту презентацию. Но тут, конечно, намного больше. Даже часть я не успел просто вставить. Потому что это же тоже для детей разрабатывается. И, в принципе, рассчитывается на урок. То есть, вот урок, например, там, по теме вот, «Сталинградская битва» и «Русская православная церковь». То есть, ну, как вы представляете... К 1941 году наша
церковь вот в пределах Волгоградской области, Сталинградского края, сейчас Волгоградская область, подошла очень сильно обескровленной. Из нескольких сот храмов практически все были закрыты. Может быть, осталось там десяток или два где-то в глухих хуторах. В основном все практически позакрывали. То есть часть волгоградских храмов была взорвана в 1932 году, как вы знаете, да, Александр Невский собор, Дайану Предтечи, там, Троицкий, Успенский собор и так далее. Ну, вот тут Никольская, которая была на площади. Да. А часть превратили в различные или дома культуры, или в селах там, зернохранилища, может быть, библиотеки сельские. А тут, ну, потом расскажу, некоторые храмы, под что пошли, под магазины, пекарни и так далее. И вот сейчас начнем презентацию. Это первая страница, то есть 43-й год фото. Видите остатки разрушенного крестовоздвиженского храма. Вот это улица Рабочая Крестьянская. Понимаете, да? То есть вот тут сейчас стоит школа. 130. Да, вот тут да. Вот тюз. Вот и тут тюз, прям начинается да. Тюз, да. То есть вот это... Как раз, ну потом дальше расскажу про этот храм. Видите, что вот осталось из храма. То есть его планировали даже восстановить ну, в 43-м году, когда архиепископ Филипп Сталинградский, Астраханский, приезжал сюда, но власти быстренько его как бы снесли по судинку, что... А там не строили деревянный храм лет 5? Деревянный, да, его сожгли. И он сгорел, сожгли, нет? Его сожгли, да, поджог. Поджог, поджог был, да, да. Красивый был, но он незаконченный да. Тоже. Вот это информационная записка, заведующая областным коммунальным отделом. Вот, по вашему там, последующему там запросу сообщаю следующее. Всего жилых домов сколько разрушено, вот сохранились после оккупации какие. До оккупации были следующие церковные помещения. Вот Дзержинский храм, Сергиевская церковь была приспособлена под инкубатор. Ну, Сергиевская примерно стояла на том же месте, где примерно вот сейчас да, стоит Двинская. Вы знаете, Ткачева, да? За полотном. А, вот, да, наверху, да. Это на Пархоменко? Да, на Пархоменко. Кладбищенская, приспособлена под швейную мастерскую. Она находилась примерно где строительный техникум. Над Царицей, там было кладбище Алексеевское, и вот церковь тоже Алексеевская. Ерманский, ну Ерманский центральный район. Скорбящих. Всех скорбящих радости в честь иконы. В Комсомольском садике оборудовано под клуб Оса Виахима. Оса Виахим, ну понятно, да, организация, которая общество содействия, авиации, там, да, химической промышленности. Да. Преображенская, по Пролеткульской улице, под Кривеческий музей. Ну это примерно где угол Комсомольской, ну и вот между Мира и проспектом. То есть там во дворе, знаете, остались такие старые домишки, да, двухэтажные. Так, Крестовоздвиженская, это Ворошиловский район. Во дворе мединститута под вспомогательные мастерские. Мединститут. Это вот я как раз показывал сейчас ее. Писали, что до войны ее использовали как мацераторскую. То есть в ней трупы вскрывали. Ну, студенты, как медики, там обучались. Ворошиловский тоже, Казанская, на Дар-горе оборудована под пекарню. Потом покажу на фотографии. Кировский, Старое Отрадие, церковь действующая. Столетие 43-й год, да? Церковь вот как раз Никитская, самая старая, которая 1785-92 года. Там недалеко кладбище, она, нет? Нам да, ну, там сейчас из кладбища где-то там, не помню точно. Каменная церковь при въезде в Бекетовку оборудована под мастерскую облместпрома. Это храм Параскевы Пятницы. Знаете, да, рядом с остановкой электрички, как раз там склады были военные, вот, вот навернули в 91-м году. А до этого была игрушечная мастерская в 30-е годы в конце. Значит, Красноармейская церковь, действующая. Красноармейская – это Успенская, деревянная. Есть фотография, вот тут тоже в этой книге. Сведения по церквам собраны через сторожки города Сталинграда. То есть, понятно, сторожки действуют, то есть в них живет кто-то, может быть, из или священников уцелевших, ну или вот, может быть, какие-то пожилые женщины, которые там планируют храм восстановить. Ой, стой, стой, стой. Так. Вот
Это храм Станицы Клецкой, да, 39-й год. Почему я его взял? Дело в том, что в июле 42-го года фашисты вторглись на территорию нашего края. И как раз произошла в конце июля очень интересная история. Пишет об этом начальник Сталинградского управления НКВД Воронин. Он говорит, что ко мне пришел странный посетитель, старенький священник из станицы Клецкой, маленький, сутулый, с белоснежной бородкой. Он рассказал, что станичный храм не пострадал при бомбежке, и германский полковник наказал мне церковь открыть и службу в ней нести, строго приказал. А я не желаю сам вона германцев прославлять, многие лета тому полковнику у Бога просить. То есть представляете себе, да, священник, который чудом уцелел от репрессий, да, у нас сейчас около 600 человек числятся в списке репрессированных, да, то есть архив ФСБ помогает как бы и нам представлять все данные по верующим, по священно-церковнослужителям. То есть вот священник просто чудом уцелел, ну, храм, скорее всего, закрыли, наверное, или в конце 20-х, или там, в начале 30-х годов. Он, может быть, вот, просто не расстреляли из-за возраста, наверное. И вот он пришел за содействием к начальнику НКВД. Да? И дело в том, что он сказал, что фашисты хотят угнать молодежь казачью в Германию. И поэтому он просит помочь, чтобы молодежь как-то эвакуировать. Договорились о связи и через несколько отправили его назад. И через несколько дней две больших лодки с нашими разведчиками перешли на ту сторону тихонько ночью и увезли там несколько десятков вот молодежи как раз из Клецкой. Вот Сталинград начали бомбить и... Воздушная тревога! Вот на колокольне Сергиевской церкви устроили пост ПВО. Это воспоминание Мурашкина из книги «Сталинград». Отсюда открывался вид на весь район, где я работал председателем совета трудящихся. Колокольня была очень ветхой, время бомбежки ее качало из стороны в сторону. Не раз немецкие летчики пытались сбить нашу вышку. Кругом рвутся бомбы, звонишь бойцам наверх, спрашиваешь, ну как, они говорят, только качают. Это вот... Не разрушилось. Да, не разрушилось. А какого года? Это фото... Не-не-не, самого Мурашкина, 50-го года. Да, 50-го. Я хотел принести книгу, но думал, ладно, не буду. Просто переснял туда интересные вещи. Это вот тоже воспоминания члена организации «Дети военного Сталинграда» Панченко. Книга «163 дня на улицах Сталинграда». И в газетах она раньше печаталась. С приходом немцев на колокольне Сергиевской церкви был оборудован наблюдательный пункт. Фашисты корректировали огонь своих батарей с помощью светового канала. Азбукой Морз, переговариваясь вот, созданием тюрьмы на улице Голубинской, где был армейский полк связи. То есть, представляете, она же стояла на возвышенности, вот эта церковь, да, как раз за полотном. И вот было прекрасно видно все Заволжье, где батареи наши располагались. Вот как раз сюжет германской пропагандистской кинохроники. Вольфеншанс, как-то забыл, сейчас он переводится, да? Вот 7 октября 1942 года, это я сделал просто стоп-кадр. Видите, фашисты поднимают флаг во дворе Сергиевской как раз церкви. Но это с обратной стороны, да? То есть, как бы Волга похожа там, да? Но чтобы наши наблюдатели не увидели снайперы, да, чтобы их не убили. И, значит, это 295-я пехотная дивизия Вермахта. А еще один воевавший рядом лейтенант фашистский Вигант Вюстер поместил пару фотографий в свою книгу воспоминаний «В аду Сталинграда». Он пишет: «Мимо церкви из красного кирпича в общем направлении летной школы шла широкая улица». То есть представьте себе, из как бы вот этих двух строк уже можно вот, найти интересную историческую информацию, что церковь была красно-кирпичной, то есть, ну, не знаю, конечно, храмы в основном белили раньше же, да? Ну, не знаю, возможно, сбили побелку. Там же пытались сделать и птицеводческий инкубатор, фабрику такой. И тут тоже, видите, опять фашисты позируют на фоне Сергиевской церкви. Ну, это шлак такая, такая зенитная пушка, да? Вот как раз фото из книги Вюстера.
То есть и можно понять как раз, что это за церковь, где она располагалась. Улица Двинская, она же шла тогда прямо к Каче, ну то есть к аэродрому, как к летной школе, как он пишет. То есть видных фотографий было очень мало. И дальше, вот, кстати, его внук прислал сейчас благодарность, там написал на сайт В1, была передача такая «Архиград», мы снимали с Дмитрием Герасимовым, и как раз про эту церковь рассказывали, тоже вставляли, и она в Ютубе появилась, и вот внук как раз увидел эту передачу, написал там спасибо, что вот помните это. Это вот тоже как раз фотография, вот люстра, то есть видите, высокая колокольня, не знаю, правда, если она была деревянная, то есть почему ее качало, вот, удивляюсь, конечно. Так, это уже фотосъемка Сталинграда во время бомбардировки. Из кадры пикирующих бомбардировщиков штук 2. Штука их называли, и Мельман такая эскадра. Скорее всего, август 42-го, потому что еще, в принципе, видите, все вокруг не разрушено, только вот почему-то дымятся два этих дома. Овраг вот этот вот, это где он примерно? Да, этот овраг, сейчас по нему идет трамвай десятка. То есть вот это как раз угол, так, вот тут угол, наверное, как раз улицы Каспийской, да, сейчас, и Жукова. Да, и Жукова. Вот проспект Жукова у нас идет, да, ну, конечно, сейчас пошире, то есть вот тут примерно кинотеатр «Родина» располагается, да, то есть вот это улица Чапаева, да, вот это вторая продольная. Она, правда, вторая продольная очень узенькая, да, видите, да? А вот Кубанская, улица Кубанская, и вот железнодорожная школа, знаете, да, интернат, да? Да? Да. Вот, да, в принципе, она так практически-то и сохранилась, только без вот этой пристроечки. Вот сохранился напротив монастыря третий дом советов, так называемый. Там было общежитие авиашколы. А вот только без вот этих, опять же, видите, пристроечек, да? Вот. Ну, тут сейчас дом стоит, да, тоже такой же, пятиэтажный, по-моему, да. А вот монастырь, но без колокольни. Вот тут примыкала колокольня. Это улица Онежская, ну, тут частный сектор идет. Вот этот овраг все называли по-разному. Монастырь это мужской, который? Он сначала, да, был мужской, который вот иеромонах Элеодор, помните, сподвижник сначала, потом там был злейший враг Григория Распутина, который там его убийство пытался организовать и так далее. Вот в этом овраге его называли в газетах царицынских «вонючая балка» иногда. Иногда называли «Кубанский», потому что он улицу Кубанскую как раз пересекал. Иногда «вторым Галичем», то есть вот несколько названий как раз. Вот он засыпан глубиной больше 20 метров. Вот сюда как раз выходил один из ходов царицынских катакомб, вот наших, Свято-Духовского монастыря. То есть, вот, представляете, от монастыря вот он был так прорыт. Это аэрофотосъемка, точнее, электроразведку мы делали. Вот, как раз. Намного ближе, чем царица, которая говорит, что он не туда дорогой. Да. Ну, то есть, ну, скорее всего, это легенды, но, возможно, вот ход был туда куда-то ниже, как бы. Или, скорее всего, Элеодор делал ходы в частные дома каких-то своих приверженцев. Вот точно есть воспоминания, что в дом по Онежской улице, который стоял где-то рядом, вот напротив монастыря, туда шел ход, там примерно 24, что ли, 25 метров, там, он это все писал по зарубежным. Так вот, это, значит, монастырь, видите, как он был построен, сейчас еще укрупню, то есть два корпуса в виде буквы П, да, и вот в центре храм, но без колокольни, вот, видимо, воздушная тревога! Вот как раз Чапаева. Воздушная, да, тревога! Вот вторая вторая продольная. Вон там Жукова как раз. А вот получается, они, что сейчас, где главный вход, это все-таки задняя часть. Да, ну вот сейчас остались где-то, вот часть вот эта маленькая осталась примерно на метр от этого. Видите, сейчас стена тут, да, если проходишь, просто такая высокая-высокая стена метров 5, да. И когда не было побелки, на этой стене было видно из старого кирпича такие приямочки, да, цокольные. И как раз в этом монастыре фашисты, ну, сначала при бомбежках прятались наши люди в подвалах,
были воспоминания Евгении Рудыкиной, вот Жоровой, там архитектор нашего известного. Но она писала, что в катакомбах, ну, скорее всего, это как бы ну, ошибка, потому что катакомбы были засыпаны еще в 16 году. То есть 4 яруса здесь было, подземелье. Как бы там нижний этаж вообще метров на 20, потому что первый начинался на 9 часов. И многие монахини, которые уцелели от репрессий, они жили в частных домах по Царице или где-то вот вблизи. И вот во время бомбежек в подвалах в обширных вот тут прятался народ. Монахини объясняли людям смысл молитв, да, то есть значение их, скручивали свечки из тряпочек, вот как пишут. И потом люди часть икон забрали. Ну, где-то, вероятно, в подвалах были заброшены, скинуты, да, после советской власти иконы. Монастырь так закрыли, конечно, сразу после революции. И что здесь еще можно... А вот фашисты, придя, устроили в обители концлагерь. Сюда стали сгонять мужское в основном население или военнопленных. Вот Краспанченко Юрий Николаевич, ему было 16 лет. Они жили там у бабушки, там недалеко прятались возле тюрьмы на Голубинской. Его пригнали сюда и выгоняли на работы. То есть они копали там окопы, там, таскали там что-то. Ну, естественно, никто их не кормил. И он пишет, что вот эти кельи были внутри все обгоревшие. То есть ни крыши, конечно, ничего не было. Все было закопчено. И вот... Ну, люди, представляете, наши там умирали каждый день, там вывозили там, огромную там тачку, скидывали трупы. Вот здесь была воронка от тонной бомбы огромнейшая. И фашисты, комендатура тут размещалась в Третьем доме Советов, они отсюда водили на расстрел. То есть допрашивали, пытали тут и потом вот в этой яме всех сбрасывали. И вот часть икон... Вот эти молитвы, которые переписывали «Живи в помощь Вышнего», они представлены в экспозиции «Панорама», да? «Сталинградская битва». Так, вот как раз Панченко пишет. «Широкий монастырский двор был огорожен высокой каменной стеной, опутанной пороху колючей проволокой, у ворот караулка». Кстати, стояли там полицаи, западенцы, то есть украинские. Они были такие же черные, как закопченные стены монастыря. Вот это садик, который рядом располагался и до сих пор располагается, садик 8 марта. Угу. То есть здесь раньше был бюст Дзержинского, тоже стоял. И, значит, еще такая редкая фотография. Это вдали Казанский собор, видите, да? Похоже, снято с улицы вот, Елецкой, перекресток, да, и второй продольный как раз, да, вдали. Там рядом за Казанским была школа еще. Это вот такое здание. Тоже воспоминания. Вскоре возле интенсивных бомбежек Дар-горы появились немцы. Выгнав всех из домов, согнали к церкви, что на втором Волгограде. Это вот из воспоминаний детей Сталинграда. Ну, у меня мама 38-го года, она тоже тут была, как бы все прекрасно помнит. Там, с братом они бежали там за монастырем, там по Продольной улице, где там частный сектор. И, говорит, за ними начал гоняться вот фашистский истребитель, там снизился, начал их расстреливать. Два дитя, ей 4 годика там, а брату 6 там, да. Там мы, говорит, мы спрятались в развалинах, и она запомнила, на всю жизнь грибы растут. Вот они все голубые, там, грибы, конечно. И, ну, потом фашисты угнали в Тацинскую. Это вот Казанский собор тоже, видите, да. Представляете себе, да, какие были бои, если танк там, колокольня Казанского собора. А это еще идут бомбежки города, то есть фашисты только входят в него. Видите, торчит труба, да? Помните, был в документе в архивном, что в Казанском соборе пекарня. Вот это как раз пекарня. В алтаре расположили душевые, ну, для рабочих, которые там работали в пекарне, что там, представляете, жара, там надо купаться, да. То есть вот он сравнительно так хорошо сохранившийся, да. Вот рядом еще вот эти домишки, похоже, церковные, где сейчас вот трапезная там, да, в Казанском, знаете, да, рядом там, да, такие подсобные помещения. Это сверху снято, да? Ну, то есть, знаете, там гараж такая, да, идет,
там давно-давно в Царицыне стали ветряные мельницы на этой горе. А у него не было никаких родов? В Казанском нет. Он же был подстроен как Кладбищенский, у него даже подвалов нет. То есть вот видите как раз. То есть только на земле. Да. Он же сначала был сделан как маленький, да, вот сама трапезная, а потом пристроена уже трапезная и построена отдельно колокольня. Вот это, скорее всего, вот это, наверное, школа. Забыл номер. Сейчас она там в другое место перенесена. Нет, 21. Наверное, да, 21. Ее перенесли, сейчас она лицей 11, что ли, наверное, да. Значит, чуть-чуть подальше. То есть вот видите, тоже как раз со стороны вот входа в колокольню, да. И вот это настоятель Казанского собора, протоиерей Дмитрий Днепровский с монахинями, тоже после войны. Когда фашисты вошли в город, они пытались заставить, чтобы он служил, он отказался, и его с семьей выгнали в хутор Тормосино, Чернышковский район. И потом дальше у него сына, он был помоложе, его угнали в Германию, а вот батюшка проживал там. И что интересно, находясь у противника, он начал сбор средств на, помните, танковую колонну Дмитрия Донской, да, которую церковь вот собирала, и авиаэскадрилью Александр Невский. То есть и потом вот эти собранные деньги, ну там что, скорее всего, там кольца обручальные несли, там, да. Ну что еще осталось там в таком раскулаченном, расказаченном крае, да? Может, какие-то, может быть, там, десятка какая-нибудь царская или серебряная. Ну, вот собранные ценности он передал через линию фронта. Потом я читал архивы Казанского собора, еще послевоенные, там подали верующие просьбу о награждении его медалью за оборону Сталинграда, поскольку он работал на строительстве укреплений. Ну, то есть окопы ходили, рвы противотанковые рыть, но там горсовет отказал, ну, поскольку священник, там не надо, не будем награждать. Так вот это... Так, и вот фашисты, как я говорил, сгоняли всех к Казанскому, потом выгоняли уже на Калач и дальше. И вот фашистов уже, когда окружили, начались бои. И очень сильные, уже в январе 43-го года, они были как раз именно на Даргаре. Есть воспоминания командира 422-й стрелковой дивизии генерал-майора Морозова. Либо завод, вокзал Сталинград-2, церковь на Даргаре. На этих объектах засели офицеры разбитых там 29-й, 14-й, 30-й, 71-й немецких дивизий, оставшиеся без войск, а также офицер госпиталя, располагавшиеся в железнодорожных домах и клубе. На помощь ему Паулюс подбрасывал подкрепление армейского полка связи, вот в тюрьме, который сидел, и части 376-й пехотной фон Дэниэльса. Ну и вот тоже другие, там, депо, вокзал Сталинград 2, клуб, водонапорная башня, церковь и прилегающие к ним здания переходили уже раз 10 из рук в руки. И еще там другие воспоминания тоже были у него. После короткого затишья в ночь на 27 января воины наших армий пошли на штурм засевших смертников. Те дрались с фанатизмом. Отстреливались даже раненые гитлеровские офицеры госпиталя, размещенную в железнодорожных домах возле станции Сталинград 2. Мужество и героизм наших воинов решили дело. Отличились огнеметчики полков подполковника Сухова, майоров Крючихина, Фирсова и Черизова. Были истреблены гитлеровские смертники на вокзале Сталинград 2 и в церкви. То есть просто, представляете, десятки раз переходил из рук в руки, вот казанские, да? Потом, похоже, наши просто выжгли огнеметами, как бы все изнутри, да? Но вот тоже еще, как бы, у меня... такая задумка возникала. То есть, может быть, говоря о церкви на Дар-горе, имелось в виду еще или Благовещенская церковь, может быть, не именно вот только как раз Казанская. Ну, сложно сказать, потому что в советских источниках как бы не пишут названия, потому что уже никто их не знал тогда. И люди, которые вот в 43-м году только что буквально освобождены, голодные, там, разутые, мерзнут, негде жить, все в подвалах, в землянках ютятся. Ну, первым делом просят у властей разрешения восстановить Казанский как раз храм. Да? И его официально открыли в 45-м году, в июле. Но богослужения начались только весной 46-го. Так, там
Казанский у меня, ну нет, наверное, Казанский у меня в другом месте. А вот, вот это восстановление Казанского собора идет. Скорее всего, 46-й. Видите, лесенка, да? То есть кирпичи таскают наверх там, да? И, как вспоминают в Сталинграде, в действующей Казанской церкви, в ночь на Пасху, на богослужении было народу более 8 тысяч человек. Это 46-й год. В церкви молодежи и детей школьного возраста было до 2 тысяч человек. Здание Казанской церкви могло вместить народа не более 4-5 тысяч, поэтому вокруг церкви под открытым небом находилось народа около 4 тысяч человек, и все стояли со свечами. То есть, представляете, как народ вот пошел, да, благодарить Бога, да, все-таки за победу. Практически все потеряли же, да, кого-то. И говорят, что стены храма белели все от объявлений. Там, ищу маму, помогите найти родных, там, ищу брата. Ну, там, обращаться там, в такой подвал, там, или землянка номер там, 200, там, да? Тогда же все это было так вот. И не все, конечно, дожили до победы, представители духовенства. Есть вот воспоминания старожила Сидельникова, это лет 20 назад я записывал у него. Он жил в селе Рынок, ну, где поселок ГЭС. И вот он говорил, что священник того храма села Рынок был в 42-м году повешен немцами за то, что провозгласил, ну, Ектинью, это такое молитвенное прошение о победе русского оружия. То есть, несмотря на гонения со стороны фашистов, со стороны, точнее, советской власти, которую храм закрыла, Рыновский, да, и как бы он тоже там, священник там сидел, скорее всего, да, он вот не пошел на сотрудничество. Вот еще интересная фотография. Видите, она подписана. Академическая улица, Сталинград, январь 43-го. То есть это, скорее всего, Рождество Богородицкий храм на Академической. У нас же до революции было два монастыря. Один Святодухов, да, женский, к моменту закрытия. И, ну, хотя сначала начинался он как мужской. Но Святодухов все знаете, да? Вот возле кинотеатра Родина. И второй был женский, это Царицынское отделение Балашовского Покровского женского монастыря. Это улица Циолковского и Огарева, ну, примерно вот в этих. И как раз монастырь тоже был, естественно, сразу закрыт после революции, но вот храм от него оставался. То есть на улице Академической, вот, представляете себе, да? А что сейчас конкретно на этом месте? Там не клиника вот сюда? Там, знаете, как раз... Академическая называется. Не, это вот где здание спорттовары, помните, да, Циолковского, да? А тут южная часть этого здания, где трамвай пересекает такую улицу от дома грузчиков. Она Огарева, Огарева, да, Огарева. То есть, как бы, южная часть горхоза, да? Это, она же на Огарева стоит, да? И вот где она пересекает трамвайный путь, это вот как раз там начиналась территория монастыря, и вот шла сюда ближе. Ага, да. Вот, представляете, церковь, в принципе, вообще так достаточно хорошо сохранилась. Есть еще одно фото с другой стороны. Она сейчас есть или ее не восстановили? Нет, это, на этом месте построили вот пятиэтажки, вот, вот эти, да, обычно. Так, а это вот, видите, только подходят фашисты, это в Городище зашли. Скорбящинский храм, то есть, вероятно, лето 42-го года. Вот тактические знаки видны. Забыл сейчас, какая дивизия. То есть немецкая. А это вот тоже, опять же, видите, Городищенский храм, да, вдали. Mm-hmm. Вот. Но уже разбитая фашистская техника, там бронетранспортеры. Наш уже есть на полуторках. Вот. В принципе, так вот. О чем еще можно поговорить? Есть данные, что монахи, не уцелевшие Святодуху монастыря, они собрали средства на строительство танка Александр Невский, который потом вот воевал в составе 3-й гвардейской танковой бригады. И по отчетам архиепископа Саратовского и Сталинградского Григория Чукова в Московскую патриархию говорится, что практически все уцелевшие приходы поддержали вот сбор средств на
авиаэскадрилью и танковую колонну. Вот Крестовоздвиженская церковь, станица Нижней Черской, там еще там молитвенный дом Калач-на-Дону, молитвенный дом Фролова, Заплавная, Старая Отрада, но это Никитская церковь, Перекопка Клецкого района и Фрунзенского района, Нижнянка. То есть вот считайте, всего похоже осталось не больше там, десятка храмов, когда фашисты ушли. Они же призывали открывать храмы, разрешали это, и иногда служили румынские полковые священники в них. Есть тоже вот воспоминания, что было богослужение в Котельниково, и там люди клали вот на тарелку, когда там пошли собирать там сбор пожертвований как бы на храм, да? Там и румынские лии, там и немецкие марки, там и русские там рубли клали. Ну, вот. Тоже пытались священника как-то заставить там немецкому оружию вот эти их тени петь, а он как-то хитро там говорят, служил по воспоминаниям, как-то дай Господь там возлюбленным нашим хозяевам, там как-то так, но сам придумал вот эти их тени. И ну вот еще так вот упоминается как раз Никитский храм, который в Кировском районе, да, в Старой Отраде. И есть письмо бывшего командира 157-й стрелковой дивизии в школу 122-ю уже после войны. Он говорит, что в храме мы проводили ночью там партсобрание, ну, потом выступали, там даже были фронтового ансамбля, песни, пляски. И, говорит, фашисты очень сильно обстреливали этот район. Говорит, у нас было много погибших вот возле храма, то есть поэтому хранили их вот где-то там же. Полностью был стерт храм во имя Скорбященской иконы Божьей Матери, который в Комсомольском садике, да, стоит. Так. И так. Как выйти? Escape. В 11? Escape. Mm. Так, не. А, вот, да. Так, у меня еще была презентация. Она про Скорбященскую можно поподробнее? Просто мне самое интересное Комсомольский сад. А. То есть, знаете, да, Комсомольский сад, да? Там после революции открыли клуб тоже авиашколы. Ну, да. Да. Кстати, может, прочли. Да? Поэтому удивительно, там же было написано, что в сентябре 43-го года он еще существовал. Получается, если он пишет, что аэроклуб, значит, он там еще как-то имеется. Поэтому вот интересно, когда эту постройку-то. Ну, как бы к моменту войны. Ну, не, можно на флешку посмотреть еще там, просто новые, другие фотографии. А там как бы авиаклуб на 42-й год, когда фашисты входили, не был. Об этом писал Чуянов в воспоминаниях. Помните, он же сидел в КП, подземном. И он говорит, в здании полуразрушенной часовни, располагавшейся в 10-15 метрах от КП, там Жилкин, это зав. Столовой обкомовской устроил столовую для руководящего состава, для партработников, потому что там КП набивалось до 200 человек. Вот это небольшое как бы подзембомбоубежище. Там было огромное количество там, комсомольских, партийных, там, советских работников. И там военные тоже. Как бы, там, и вот, как раз люди там кушали. Подвала там, судя по всему, в этом храме тоже не было, поскольку он кладбищенский же, там же старое кладбище Царицынское было. Но вот вполне, конечно, возможно, это у меня как предположение, что-то они прокопали, может быть, какой-то запасной выход из КП, когда все это строили там в 41-м году, после начала войны, этот бункер. Вот. То есть там одна ветка шла к Царице,
Ну, то есть в направлении современного же как Желтого дома. Да, да? Она реально вообще эта ветка существует. Потому что так написано, что непонятно. Там столько фантазии, что прям вот бежали от царицы туда и обратно, вестовые. Ну, это Жорова писала в книге, ну, да, у вас подарок. Она говорит, что, да, что мы залезли там с девчонками, там охраняли вход женщины в военной форме, там девушки, ну, МПВО, да, то есть местного МПВО. А мы как-то пролезли и вышли там к царице, огромный зал, в котором стоит танк и самолет. Ну, это, конечно, там Евгений Павловна выдумал. Есть же подробные схемы. Так, сейчас вот покажу как раз. Так, показ по подземельям. Так, вот, бункер Сталина. Так, сейчас начало. Так, кушать царицы. Так, кушать царицы, дореволюционная. Там строил московский метрострой. Нажмите кнопку. Так. А, окей, окей. Московский метрострой делал там так называемый КП номер один. Это понятно. Открытка царицынская еще, да? Вон там ковш. Это Астраханский мост, понятно, да? Тут сейчас просто все засыпано. Внутри он сохранился, да? А вот ковш. Это геологическое образование, которое возникло, ну, когда река там вымывала, ну, там ледник. Так, сейчас вот карту покажу. Это вот фотография уже фашистская, снята с насыпи примерно, да? Вот ковш, это здание, судя по всему, дом Миллера, да? Помните, замочек такой, ну, красивый, да? Да? По нему, конечно, печаль. Да, что его. Вот тут, похоже, жили охрана, наверное, КП номер один. Вот такие мостик, подъезды были сделаны. Царица, конечно, текла в основном вдоль того берега, как бы, вон там дальше. Это вот Кулыгинский взвоз там. То есть вот понятно, тут сейчас Желтый дом примерно находится, да? Над этим. Ну, дальше чуть-чуть, да? Так, сейчас. Вот, это карта, вид сверху, да? Вот ковш, видите? Значит, и вот как раз звездочка обозначена, вот КП номер один. Или там объект номер 98, да? Ну, так называемый сталинский бункер, потому что он заказывался метрострою как запасной командный пункт для ставки Верховного Главнокомандования. То есть отвечал за строительство Берия, Лаврентия Павловича. И вот, видите, Комсомольский сад, КП номер один, да? Вот как раз вот это здание отмечено, это церковь, да? Полуразвалившаяся. Так, сейчас я не помню, где. У меня фотографии там есть с полуразвальной церкви, с панорамой там они мне переснимали. Но тут не указан КП номер два. Вот этот мостик, это Кулыгинский взвоз, да? Ну вот поняли, вот Краснознаменская, да, идет. Вот тут сейчас Желтый дом, да? Вот КП номер два был по Пушкинской, или МБГУ, массовое бомбо-газоубежище. Вот известно, что о узкоколейке, которая шла от КП, ну, вот это иногда еще называли объект номер 98 БИС, ну, то есть Б как бы, да, узкоколейка, о ней говорили Орлов Николай Васильевич, это бывший председатель Совета ветеранов ФСБ. Он как раз вот, говорит, залез тут и вышел в Царицы. И дальше пошел по Царицыно, вышел в Карповку, там нашел фашистский аэродром, то есть потом вернулся там через там, день-два, ну и потом разбомбили этот аэродром. Вот почему вот этот МБГУ, массовая бомба газоубежище, не указано, не знаю. То есть вполне возможно, что вот эти смыкались, конечно. Но тут еще Сурский овраг, конечно, мешает. То есть он был засыпан, Сурский овраг. Ну, это, представляете себе, слабый грунт, да? То есть органические остатки там бывшие, там земля проваливается. Вот когда дворец-то начал ползти, помните, там несколько лет назад, да? И геологи начали делать исследования. Вот провалился по Ломонос, по Мира, тополь ушел в провал на 10 метров. Вот как раз один из ходов вот этого КП номер 2, он был вот
Один сюда выходил, другой по Пушкинской. Пушкинская 3 адрес. Вот у дома Миллера стоял как раз, да? Так, ну тут еще метростроевцы же делали вот возле панорамы же еще такое специальное. Вот, видите, сталинский бункер. В разрезе это 1974 год. Один из начальник одного из участков строительства привез в город к нам вот эту схему. То есть вот буква П, два входа, вид сверху, и рабочие комнаты. Да? Ну, там аккумуляторные, вот тут там радиобатареи, вот туалет, о котором Хрущев написал там, да. Вот он даже указан туалет. То есть это инженер вот в разрезе, сечение там все показал. То есть вот видите, вид сбоку. Прям практически на уровне царицы начинался, там 0,5-0,75, да? То есть сверху 26 метров, то есть защита от бомбы 1800 килограмм, например. То есть практически внекатегорийное бомбоубежище, то есть, там, которое могло выдержать вот прямое попадание практически. Вот, бункер. Вот это, да? Это вход, лестница идет, а рядом веншахта. Да? Ну вот нижний этаж. Как затоплен, вот, говорят, вот эта узкоколейка, которая ведет туда. Вот, это современное место, где был вход, да. Это вот бункер внутри, в Комсомольском саду, да. Mm-hmm. Это фильтры-поглотители, видите, ФП, но они современные уже. То есть ручная можно крутить, да. Mm-hmm. Вот, водная система, но это уже построено, водная система сделана уже там в 60-70-е годы. Вот Хрущев заходит, видите. Маленький такой лысый, да? Заходит вот, в один из входов от КП номер один. А вон вдали видите второй, который на схеме. То есть видите, мощнейшее бетонное убежище. То есть вот это, скорее всего, песок для тушения зажигательных бомб. Там, да? Хрущев с генералом Рябышевым, по-моему. Вот это уже 62-й год. Это, по-моему, директор панорамы Логинов, или директор музея областного. Уже видно, что бетон, похоже, был взорван, когда наши уходили в 42-м, да? Они, конечно, не могли оставить такой объект, как секретный, ну, взорвали все. Но входы бы оставались так долго. Вот царица, видите, да? Вот как раз вот тут вот и были вот эти входы, да? Вот тут желтый дом сверху. А это уже восстановление Сталинграда идет, видите, восстановили. Вент-шахта и вот Чуяновский бункер. Это так, можно Горького. Это Комсомольский сад? Да, да, это Горького. Вон Ерман, наш памятник, видите? Ерман. Ерман уже так сохранил. То есть совершенно пустое место. Вот церковь, а развалина, видите? Кирпич вот собирает, вот фундамент. Ну, со зрением у нас не очень, поэтому пока мы это увидим. Не, у меня есть крупная фотография, как разбирают. А вот на сторону горсада там есть что-нибудь? Городского сада. Ну, вообще сюда, встречались, сюда? Да. Вот я смотрела, что в основном фотографировали на сторону именно дома. Ну, я помню. Да, театра. А вот Валенникова, 29-го года. Невозможно это. Ну, там не так. Ну, там прям четко с колокольни снято. Ой, с каланчи. Правильно. Опять вот же это. Так это мост, так это. Просто очень странно, вроде бы такое... Как нет, он нас тут есть. Просто такое центральное место, а фотографий совсем не так много осталось. Вроде как центр, а практически... Ну да. Я еще, что-то конечно, странное в этом есть. Да. Я искал по Сталинградскому зоопарку, вот вообще не нашел. Фотографии моря, зверей, там, птиц, там, всяких животных, там, слонов, там, Сталинградская правда, там, 38-й, 39-й год, там, 37-й, там десятки фотографий. Но вот самого крупно как-то за осада очень редко. Вы его определили, где он вообще находился? Да, он шел. Там же, помните, был Комсомольский садик, был городской садик. Да, да? У вас на схеме. Да. И как раз. Этот был сейчас сторону южнее, коммунистической. В сторону Краснознаменской, то есть южнее Каланчи и в сторону Краснознаменской, где сейчас стоит панорама, колесо обозрения, где раньше был детский городок безопасности движения. Вот этот, да? То есть он же занимал большую площадь зоопарка, ну, вот 200 с чем-то. Действительно очень странно.
Но сейчас нет, да, зоопарка? Ну, у нас нет, есть фазанарий в монастыре. Нету. А, да, это я знаю. Да. В мужском так, монастыре. Ну вот интересно, проявление Богородицы в Сталинграде, это прислали мне с Государственного архива Российской Федерации. Это, помните, ходили такие слухи, что в Сталинграде было видение Богородицы. Да. Да? А вот в некоторых, нашел документах, воспоминаниях, что да, шла просто какая-то женщина, ну, такого немножко как бы вида такого там безумного, как бы, да, и стрельба затихла, то есть никто не стрелял, ни наши, ни немцы. Это на красном, это один мальчишка пишет воспоминания. Другие пишут про какое-то световое явление как бы в небе, да, что вообще в образе Богородицы. И так, так, они у меня электронные. Говорят, что и на небе видели, и на земле видели, немцы видели, русские, да, сами видели. И в 1944 году уже вот в армии Чуйкова там пишут, что, что, значит, солдаты там между собой говорят там местным жителям, что вот видели какое-то такое религиозное, это, там, прошу провести. Вот прошу провести там такую работу пропагандистскую. Да? Так, сейчас просто у меня очень много интересного. Так, аукционных фото. Так, аэрофото. Исторические находки Донской области, часовников. Зарисовка колокольни Усть-Медведевского монастыря. Вот деревянный. Но ее, конечно, уже давно там разрушили. Да? И столик старинный, который был сделан монахами старого еще Межигорского монастыря. То есть вот это, представляете, во второй половине 19 века, вот еще от первого монастыря, который съехал вниз, там, да, в Дон, ну, слышали, да, может быть, историю. Ну, и вот там византийские монеты тоже интересные, там, колпионы, по-моему. И вот как раз вериги, которые находили в могилах старых монахов еще 17 века могилы. Вот при раскопках вот там, где Дон размывал монастырь. Да? Тут, представляете, да, вериги. Так. Что еще? Так, вот. Противоречит подземелье. Да? Так, презентация. Так, ну тут просто некоторые фотографии. А, так, это презентация. Комсомольский садик. Ну, вы говорите, что вам интересно, потому что очень много различных видов. Ну, нам все интересно. А. Вот Илеодоровский монастырь, видите, как он выглядел. Вот сейчас то, что рассказывал, осталось, наверное, вот эта вот часть, примерно метр. Да? Это где? Это там, по второй продольной, да. Да, по второй продольной. Такой большой. Вот, да? Так, это да, уже я показывал. Да? Ага. Так, это а вот это еще колокольня, видите, над монастырем. Да? Угу. То есть я показывал, что тогда колокольня была разрушена в 1942 году. Да? А это вот она как раз. Это улица Онежская. Это по частному сектору. Да. Так, фото, чертежи. А это как раз кинохроника, 1911 год, Илеодор, праздник вокруг монастыря, раздают средства, пожертвованные царицей погорельцам Даргары. Ну, тогда Воргора назывался, вот, ее потом переименовали в Даргару. Да? То есть, видите, монастырь как раз сбоку снят с монастырской площади, да? Да? Видите, да? То есть, вот, да, огромные картины там страшного суда, да, там пришествие, да, что вот как раз об этих входах рассказывал Панченко, что, ну, стены очень высокие, как концлагерь. Говорит, зачем построили, говорит, такие высокие стены? Тут караульня с полицаями украинскими, да, вот была. Скорее всего, он взял за основу что-то такое. Был грандиозный план. Поэтому...
Элеодор, да, когда строил? Ну да. Ну, вообще, раньше Элеодор хотел накрыть дворик монастыря и сделать из него как теплицу, как барник, поняли, да? Закрытый, да. Зимний сад. Угу. Это вот тоже продолжение, тут несколько секунд, представляете, да? А кто архитектор, вы же нашли фамилию архитектора? Что он еще построил, этот архитектор? Ну, одобрял, по-моему, Петропавловс какие-то расчеты делал, там по подземельям тоже он делал расчеты. А для Царицына он что делал? Или взяли московского какого-нибудь? Для Царицына... Вот надо посмотреть. Есть книга выходила архитектора Саратова. И там есть еще здание в Саратове он в основном строил. Вот интересно, скорее всего, наверное, стиле как-то он все-таки за основу что-то брал. Ну, с монастырем? Ну да. Да вот сложно сказать. Не мог же он с потолка это взять. А он сам откуда был? Вот вчера ночью или позавчера в церковной передаче есть программа, показывали болгарские церкви, путешествия по Болгарии, а вчера по румынской. Вот это здание очень похоже. И там сказали, что румыны первые, которые снаружи рисовали, у них и внутри иконы нарисованы, все это. И еще снаружи есть картины. И вот эта картинка очень похожа на ту, что я вчера ночью видела. Вот. Это румынская. Ну, это вот я нашел, это храм в Карповке, он сейчас восстановлен, как бы, ну, был разрушен, тоже очень сильные бои там были, по-моему. Бои в городе уже, похоже, Ворошиловский район, фашисты броняются за оградой церкви, за каменной, там за ней еще окопы вырыли. Он с трофейным пулеметом, с МГ залазит на шестиэтажный дом какой-то рядом стоящий и начинает сверху их поливать за оградой, да. То есть вот благодаря нему как бы наши подкрались, там ближе там гранатами забросали, то есть выбили фашистов. Вот начинаю думать, что это за храм. То есть вот так вертишь. Шестиэтажных зданий по Сталинграде это очень мало, да? Там, думаю, Казанский. Ну вот рядом видели фото, там четырехэтажное здание, да? Там, ну, рядом Казанского все известно. Вот школа, вот эта 21-я, там тоже она не шестиэтажная была, да? Думаю, вот возможно, это дом грузчика. То есть шестиэтажный, да, и как раз там ниже на Огарево, вот, которое я показывал, да, вот эта Благовещенская, да, церковь монастыря Царицынского, Покровского-Блажовского, да, ну, то есть, возможно, тогда ограда, вот какая-то где-то кусочек еще сохранялся, да, ну вот, тоже очень тяжело искать, потом еще в Царицынских воспоминаниях строили ли ограду, ну, если монастырь, скорее всего, была, ограда была. Целое расследование. Ну да. Так, вот. Оставалось еще так, труба от бункера сталинского, так называемого, да? Это вентиляция. Это в кинологическом питомнике, то есть на дворе, там сзади желтого дома, да, она побита пулями, осколками, там, если присматриваться, там такие очень. Но сейчас, по-моему, ее спилили уже. То есть, а там, это мне геолог вот показывал. Ну, это дом книги, понятно, да? Непонятно. Первый раз видим. А, или... Ну, это фильм про Сталинград, просто отрывок такой. Ну, вот кирха, видите, да? Кирха. Вот дом книги, да? Какого года съемка? Ой, город у меня Сталин, как мы уже сняли. 30, какой-то, ну, 30, 30, может, съемка. Вот и оттуда сейчас много фотографий как раз из этого, на кадры их разобрали, я видела эти кадры. Но опять же, вот где засада? Вот, видите, вот они вокруг, да, вокруг ходят, а где, почему нету вот там? Ну вот засада, да, практически так и не смог найти. Может, еще досмотрю какие-то 40-го года. Странности ходят в то, что как будто прям запрет на то, что это не еще про храм известно воспоминания в окопках Сталинграда, точнее, Некрасова. Читали же, да? И он же, как бы, это автобиографическая книга. И он пишет, что постоянно видел там и с Мамаева кургана, и еще когда бомбежек не было, он первый раз приехал в Сталинград. Церквушка на левом берегу. Она, эта церквушка, отмечена на всех картах.
То есть прям напротив хутор Бобры, где вот как раз Слобода, да, эта церквушка, она так и как бы оставалась во время Великотечества. Так, я вот не помню, что я хотел. Наверное... Вот Александр Невский собор, вот, видите, да? Не было, грузовики заезжают, тут еще до 32 года. Собор Александра Невского уже не было. К этому времени он был взорван. Наступал... Ну это он просто из несколько... Это роман Шкода, по-моему, что-то, по-моему, делал царицынские истории, что ли? Тягачи, да, которые, да? Так, ну вот, в принципе, как бы, сейчас тут так-то много что показывать, где-то фото еще, так, вот, вон фото, вот, тут много фотографий, так, возможно, Никитская, но это внутренняя, а, так, это, сейчас, это Сталинград, видите, настоятель протоиерей Дмитрий Днепровский, совершает венчание, да, это послевоенные годы, выставлена была потом на продажу. Так, вот с монашками. Это казанские члены причта. Это казанский. Толок, роспись. Послевоенное восстановление. Вот Котельниковского храма есть виды, о котором я говорил. Про Калачевский храм. Вот известно, что фашисты его заминировали. Потому что в документах, в некоторых, там видно бомбы специально замедленного действия, установленные в Калаче. По-моему, на вокзале, вот в водонапорной башне и в церкви. То есть вот интересно это. Вот Никитская. О, с оборона без оборот. А, вот Никитская внутренне видно. Вот, такой вот интерес у фашистов именно к церквам. Вот Никитская. Это и связано исключительно с тем, что место, где может много людей поместиться, да, то есть как тюрьма. Укрепление, скорее всего. А и укрепленное. Да, ну, это почему минировали? Укрепленные, ну, вообще там и тюрьмы устраивали, вообще как бы не обходили вниманием церкви. Ну вот я же говорил, они пытались вести, так скажем, религиозную пропаганду. И по Геббельсу в каждом селе желательно основать как можно больше сект различных там. То есть восстановить все. И православным разрешали, и другим там на всем. То есть чтобы лишь бы разделить русский народ. Как-то, да? Пропаганда. Да. Так, это вот просто послевоенные, там священники, там некоторые. Райгород, Райгородская церковь. А, вот про Дубовый овраг как раз воспоминания читал. А там в подвале этого храма, когда фашисты стали подходить к Сталинграду, пряталось очень много людей. То есть бомбежки шли активные с Дубового оврага. И потом линия фронта уже стабилизировалась, и наших разведчиков послали специально пробраться, где-то он на нейтральной полосе стоял, да, в храм. То есть они встретились, там очень много людей, было там женщины, старики, там дети, и пытались их провести, но кто-то же обязательно там то закричит, то это. Не, лучше не будем проводить как-то. И потом сделали отдельную операцию, то ли там сильно немцев подавили там огнем, то ли что, то ли вообще дождались, пока там наши отобьют, то есть снабжали их. Есть интересно. Есть еще по Ерзовке воспоминания. Там в подвале был госпиталь наш. Медсестры располагались. И как раз вот этот наш врач заходит с другом. Там медсестры говорят, кто такие? У них солдатские шинели обычные, там хлястики такие. Там, да? Говорит, идите отсюда, там, нечего вам тут делать. Ну, хомо хомини люпус тест. А, вы же врачи там, да. Давайте, заходите, конечно, погрейтесь. Потому что фашисты сначала ворвались в Ерзовку, мотоциклетная, да, разведка, а потом тут же там ушли там, и бои были на окраине. Ну это Сенной, по-моему. Там деревянная церковь, она, по-моему, сейчас уже развалилась. В очень плохом состоянии была. Вот Казанский тоже, да, богослужение. Вот, да. Вот эти хоры даже видно все. Да? Вот так Райгород. Так, Филоновская, Фролова. Это вот все практически храмы. А во Фролово? Во Фролово. Так, сейчас Фролово. Рождество Богородицы. Так, это оборот. А, так, сейчас. Вот, похоже, Фроловский. А, нет, Сенной Покровская опять. Перекопский. Так. Сейчас я.
Так, это не оборот. Вот. Просто маленький номер. Да? А адрес неизвестный, нет? Вот там, по-моему, на обороте не было написано. Нету, да. Да там все такие дома, как Еще раз у вас было. Ничего страшного. Ну вот если какие-то есть. Так, вот Сангра храма тут у меня. Это еще так, Сергиевская. Так. Просто есть еще побольше презентации, как бы тут вот часть. А вот к Дню православной книги сама епархия что-нибудь издает, ну, скажем, раз в году что-нибудь о городе, покровителю? Ну, к сожалению, как бы епархия не издает, средств нет. Ну, возможно, мы издадим, в скором времени переиздадим «Свято-Духов монастырь в истории Царицына Сталинграда-Волгограда». Такая голубенькая книжка выходила в 2006, по-моему, году. Там как бы она сейчас более синяя. Да, синяя. Сейчас она более расширена. Там очень интересно, что было во время там, 30-х годов, 20-х там, да, в монастыре. Ну, там же в 43-м, когда разбили фашистов, там особая автоспецколонна городского комитета обороны. Ну, то есть трупы вывозили, которые, да, полуторки. А о Никольском храме, который вот на площади Ленина, это какая-то есть информация? Ну вот единственное, его, по-моему, начали строить, в 99-м, по-моему, построили, да, сейчас не помню. В том числе в честь приезда Николая II. Он же тут был, когда, ну, еще маленький там был, да? Цесаревичем, когда еще был. И здесь это место вообще носит, по-моему, 7 названий, эта площадь. То есть сначала там до Балканской площади она еще называлась площадь Красного Креста. То есть примерно на месте Сбербанка был лазарет в честь героев Балканских войн. Ну, почему вот именно тут все лазареты для раненых должны были размещаться вблизи железной дороги. А там, где турвокзал, то есть рядом, что железная дорога проходила. И вот там сейчас стоят два здания тоже Царицынского военкомата, ну как вот, военной команды Царицынского, да. Но там были еще. Лазарет, наверное, не сохранился, скорее всего, он был деревянный. Это просто мне товарищ сказал, ему дед рассказывал давно-давно еще. Что, ну это честь героев Балканских войн, наверное. Почему Балканскую площадь? Там Ашкода почитал статью, там площадь с 6 названиями. Она была площадью с 7 названиями. То есть вот площадь Красного Креста, потом Балканская площадь. Иногда их называли параллельно. То есть в одной там газете Царицынской так, в другой по-другому. Потом протоиерей Флегматов писал в своих воспоминаниях, что вот надо тут построить церковь. Жители жалуются, Балкан, что далеко очень ходить до Покровской, мы не можем, ну, двери закрывать, что-то тоже не помню, почему, замков что ли нету. У нас, когда мы уходим в церковь, ну так далеко, как бы обворуют, ну, что далеко, до рынка-то дойти там, да, пешком-то. Ну это же трущобы рядом. Да, ну грязь там, конечно, конечно. Тогда жить. Пока дойдешь. Да. Ну и вот он пишет, что я настаиваю на том, чтобы построить на Балканах церковь. И вот начал вот он все это, выстроили церковь. Вот мои как раз предки, они переселились из Дубовки в Царицын в 19 веке. Они старобрядцы были дубовские. У нас дом стоял возле как раз мельницы Гергартов. Ну еще как бы в 19-м, ее же не было, конечно, да? Рядом с мельницей дома. Значит, сейчас на этом месте, представляете, что, да? Ну, где Ленина памятник, да? До Александра Невского кафедральным каким был храм? Александр Невский? Ну, до строительства храма Александра Невского какой храм был кафедральный? Ну, Успенский собор. Да, Успенский собор. Ну, и вот я рассказывал про название. Значит, площадь Красного Креста, Балканская площадь. Потом ее переименовали сразу же, там, после революции, площадь Интернационала.
потом назвали. Да, площадь 9 января потом назвали. Да, потом площадь Обороны еще, да, и площадь там Ленина. А еще и Никольская же была площадь, ну, после Балканской, да? То есть вот 7 названий как раз. Попробуй не обознайся. Как вы помните? Ну, просто я это все же читал в архивах, и, ну, то есть, да, старых газет. А больше всего информации в Саратовской? Ну, да. По-разному. Вот я и в питерских работал. Там Полиадору огромное количество питерских, там, да. Но очень много все-таки в газетах, когда просматриваешь газету за каждый день. Вот там столько всего интересного. А астраханские епархиальные? Вот там в Астраханском не работал. Я питерские, саратовские, московские. Ну, потом Ленинка, вот это Химки, старые газеты, которые там сам первый царицын. А Успенский храм, это в центральном районе тоже? Да, ну примерно где, ну от фонтана Дружба, вот как бы, чуть южнее фонтана Дружба. А ближе к Ивану Притеченскому? Да, там... Уже был Иоанн Притеченский? Да, конечно, он же один из первых, да, Иоанн Притеченский. Ну как, да, были еще там Никольские на берегу Волги, такой деревянный. И так-то, в принципе, с каждым храмом много интересного связано. Спасибо. Да. То есть можно было... Можно еще вопрос? Да. Вот, просто у нас получается город, вот, после войны такой, получается, полностью разоренный. Вот мы не единственный же город, который подвержен был бомбардировкам и военным действиям. Вот такая вот ситуация с храмами после войны, что у нас фактически и не было храмов в городе. Вот большинство оставшихся храмов довзрывали специально, чтобы, ну, часть, конечно, и на фашистов списывали, да, как бы, но и с другой стороны, перепланировка города же была, да, то есть улицы прокладывались более широкие, как бы, да. Потом храм очень тяжело приспособить под что-то, понимаете, наверное, архитекторы так и рассматривали, то есть Преображенская церковь, где был Кривеческий музей, да, она была сильно разбита. Там я находил воспоминания, там до последнего наш расчет пулеметный сражался. Его, похоже, вот накрыло там или бомбой, или крупной этой. То есть там развалины просто. Да? Кто-то вот рассказывал, то ли были, то ли не были, о том, что, ну, после Сталинградской битвы, и когда уже приняли решение снять как бы документальную хронику, и дополнительно, да, да, еще под это были взрывы, да, да, да. Ну, даже видно, вот сейчас, который вставляет Сталинградскую хронику, но это не фронтовые, это бои. Ну, не бывает так вот, там, он поднялся там вовсю, там, и они побежали рядом, там, в атаку, да? Да, он, да, с этой камеры здоровался, ага, туда же, в том, да, же направлении. Есть прям здоровый, действительно настоящая хроника, но она такая. В Сталинграде снимал, вот забыл, кто, не помню, была сделана к танку, приспособлена камера, ну там смотровая такая небольшая щель, даже в журнале «Техника молодежь» 43-го года, вот есть описание, вот как они снимали из танка, прям шли в атаку. Ну, вот, потом снимали с самолета, ну это всем известные кадры, да, аэрофото. А вот таких вот прям именно бой, ну это в основном фотоснимки, конечно, потому что видно там, то он стреляет, да, лежит уже наш убит там, да, с этим, ну известный. У меня бабушка сидела вот тут в бомбоубежище, которое управление под, рядом с мельницей, которая там, да, вся она рассказывала. Там Хрущев там, Хрущева видела тоже в бункере. А вот храм Александра Невского в Советском районе, он же... Да, его, говорят, спалили румыны, они там грелись или что-то. Он деревянный, 43-м, да? Да. Или шанки какие-то? Ну, верхний. Ельшан, да, верхняя шанка, да. Он был деревянный, да? Вот насчет этого не помню точно. Там я писал подробно, да? Его же строил Репников, у них же там имение было. Ну, точнее, два Репникова, зять и это, да. Вот не помню точно, но потом сделали в деревянном доме, в частном доме. Они уже в 44-м, по-моему, открыли, или даже в 43-м уже там открыли тоже один из храмов первых. Есть же описание боя, помните, Глазкова, прям рисунок показан, да, когда его убили, и там на этом рисунке есть храм, там написано. Там радиостанции нарисованы, вышки же были рядом, их бомбили, там, радиомачты. Это именно Александра Невского? Да, да? Верхняя шанка. Есть, как бы, еще военные, по-моему, вот такой на листе на большом,
как бы, описание вот, боев вот этой дивизии, и там прям показано штаб Глазкова, там, да, там лесополоса, по-моему, там, и вот, вот эти мышки, вышки торчат, там, да, которые, до сих пор они сейчас, ну, более высокие, конечно. Спасибо. Потому что я же смотрю. Не, ну да, спрашивайте, ну, если что-то интересно, уже, да. Уже так, время. Книги смотрите. Спасибо. Скажите, вот я хотела узнать, это Краишевский монастырь. Краишевский, да. Его, по-моему, еще. Его развалили целиком, еще до этого войны. Просто удивительно было, как его снесли. Да. Священников отдельные. Какие-то отдельные там на фоне дома, но очень крупно. Это у меня выходило. Огромная статья про него там все. У нас что-то осталось по области монастыря, а вообще вот его разрушили на основании. Да, там, и Грязнухинский тоже полностью, ну, вообще ничего не осталось. Там часть кирпича в Камышин перевезли, строили пивзавод, по-моему. А это, наверное, по-моему, растащили все ближайшие эти вот этот монастырь. Да, ну, скорее всего, там какой-нибудь дом культуры в селе. Я вот не помню точно. У нас есть, Василий Иванович, мы писали про все храмы нашего этого. Платформе есть сделать прям хорошую такую емкую статью пространную с фотографиями, там, в общем, все, что найдется по ним, потому что само по себе. Большое спасибо за эту лекцию. Это была обзорная лекция по сохранившимся храмам после Сталинградской битвы. Да, многое нам известно, но еще раз услышать и какую-то дополненную информацию, это всегда очень полезно и интересно. Я благодарна, вот, что Сергей Михайлович провел эту лекцию. Вот. Такие мероприятия необходимы для средних школ, для воскресных школ. В нашем городе проводится много конкурсов среди учащихся средних школ, и такая информация была бы очень полезна для подготовки к конкурсам, для расширения знаний детей по краеведению. Такие встречи позволяют узнать, ну, что-то очень особенное, нигде больше не найдешь этих сведений. Как в таких лекциях. Эта встреча с читателями была посвящена как раз Дню православной книги, с одной стороны, а с другой стороны, памяти подвига наших мирных жителей и солдат Сталинграда. Здесь я рассказывал о священнослужителях, о верующих, ну, о бойцах, офицерах, вообще о всем, что связано с отдельными зданиями храмов или монастырей, уцелевших в Сталинграде. Ну, или с отдельными, вот, например, такими священниками. Да? Ну, то есть это касается патриотической роли Русской Православной Церкви от битвы за Сталинград. То есть, конечно, к 1941 году церковь подошла практически обескровленной. Да? Ну, то есть репрессиями здесь было затронуто около 600 человек, примерно уже известные фамилии верующих, священников, монахов. А из храмов, ну, осталось, наверное, половина, ну, как здания сохранились. К 1941 году практически ни в одном не велась служба. То есть все их отдали под магазины, там, дома культуры, там, общежития какие-то, там, да, ну и так далее. Ну, несмотря на это, когда враг напал на нашу страну, то Православная Церковь не пошла на сотрудничество, конечно, с фашистами, хотя не разрешали и даже требовали открывать церкви. Ну, то есть пытались как бы расколоть нас, в том числе и по религиозному признаку. То есть говорили, что вот советская власть, там безбожники, атеисты, то есть, а мы вот там верующие люди. Но мы, конечно, наглядно увидели, да, какие они верующие люди. Да? Ну, я еще как педагог дополнительного образования работаю в детско-юношеском центре Волгограда. И поэтому всегда готовлю множество презентаций с фотографиями, с видео, хроникой, где как раз вот и говорится, например, о сталинградских храмах. Это как бы виртуальные экскурсии.
это может быть пешеходные экскурсии. Мы и вживую ходим с детьми, или смотрим это в классах. Вот ко 2 февраля проводятся лекции. Я также читал лекции в СИЗО номер 1. Это бывшая тюрьма Царицынская, которой исполнилось уже там больше 130 лет. И где располагались, кстати, многие фашистские штабы. Там была домовая церковь в честь Андрея Первозванного. И вот как раз тоже об этом рассказал, что Паулюс, например, был связан с этой тюрьмой. Он приезжал туда, там в подвалах прятались различные как раз фашистские дивизии, там остатки офицеры. Ну, и, конечно, такие встречи нужны. То есть молодежи нужно или ходить с ними вот по таким интересным местам, да, то есть или сопровождать показ вот фото и видео, потому что просто так сухой рассказ они как бы воспринимают, конечно, не очень. Ну и, конечно, надо всегда подчеркивать патриотическую роль всей страны и вот в том числе Русской Православной Церкви, да, в Великой Отечественной войне. Я преподаю с 92 года в детском и юношеском центре, и за это время написано уже там, наверное, сотни работ, научно-исследовательских, детских работ. Пишут и старшеклассники, и там 5-6 классов ученики. Мы выбираем с ними интересные темы о храмах, например, там собор Александра Невского в годы Гражданской войны. Или сейчас вот дети пишут «Сталинградский зоопарк». То есть мы берем, сравниваем, например, фазанарий Святодухового монастыря, который у нас уникальный сейчас создан в Волгограде, и вот Сталинградский зоопарк, например, да? Или там берем тему «Сталинградские конфеты». То есть что-то такое, что детям должно быть интересно. Там рассматриваем старинные конфетные фантики какие-то, да? Там рисуют они их сами, да? Почему такие названия там были у фантиков, да? Ну вот, то есть тем огромное количество, это и плавучие храмы, и походы, крестные ходы на байдарках с Урюпинской чудотворной иконой, дети у меня писали работы. Ну и многие с районов пишут по истории своего храма, да, то есть, вот, который располагается недалеко от школы, вот, куда он ходит, например. Да. Ну или там, кто увлекается компьютерами, пишут православный интернет, да, в нашем крае. Да. То есть главное как бы найти, чем ребенок интересуется, и можно вот подобрать любую работу для него такую исследовательскую. Конечно, у нас начат цикл бесед о нравственности, о культуре Волгограда, о православии. И вот в частности вот этот проект с Волгоградской епархией, это наша третья встреча. Пока еще может быть не совсем много людей, которые их посещают. Мы надеемся, что со временем их станет гораздо больше. Но наша задача именно привлечь тех людей, которым это по-настоящему интересно. Поэтому мы целенаправленно поставили время этих лекций на 5 часов и стараемся привлекать заинтересованных, а не тех, кого приглашают, предположим, там, школьников целенаправленно. И вот такой вот опыт. Я думаю, что сегодня была очень интересная лекция о храмах, потому что и праздничные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве, только недавно прошли, и все еще мы переживаем все эти события. И, соответственно, вот сегодня тоже удивительный день, накануне Дня православной книги, и вот такой удачный опыт знакомства с современной, ну, можно сказать, православной литературой. Причем литература на пересечении и краеведения, и православия. Очень интересная сегодня была лекция. Да, безусловно, молодые люди, я думаю, что вот сейчас тот самый момент, когда они очень живо интересуются вот этой темой, с одной стороны и православие, с другой стороны истории города, это заметно по тому интересу, который проявляется к библиотечным мероприятиям, к различным квестам, к экскурсиям по городу, видеоэкскурсии или живые экскурсии. Поэтому дополнительная информация, в том числе и в виде вот таких вот просветительских встреч, лекториев познавательных, я думаю, что в выигрыше будут все. И в свое время, наверное, мы потеряли немного вот этот интерес к краеведению, а сейчас, я думаю, что прямо можно отметить всплеск интереса, и в частности,
со стороны молодых людей, которые приходят в библиотеку, очень многие приходят целенаправленно почитать уже даже не столько художественную литературу, сколько краеведческую. Радостно от осознания того, что молодое поколение, сегодняшние молодые волгоградцы, очень с большим интересом относятся к краеведческой составляющей и приходят в библиотеку с интересом, рассматривая старые издания книжные, которые посвящены истории города. Раньше получалось так, что наибольший интерес, конечно же, вызывала Сталинградская битва, Сталинградская победа, а вот сейчас уже уходят интересы в глубину, в старину, в Царицын. И я думаю, что библиотеки с их фондами краеведческой литературы, вот именно те самые источники вот этих знаний, ну, помимо воспоминаний бабушек, дедушек, которые еще остались. И очень, как я уже отмечала, радостно наблюдать за тем, что проявляется вот этот живой интерес к истории родного края. Это бесценный интерес, и я думаю, он всегда пригодится людям, и которые потом впоследствии будут еще и воспитывать своих детей на вот этих примерах и патриотизма, и духовности, и нравственности. Большой плюс, в частности, и вот этих просветительских беседах, которые сегодня у нас состоялись.